Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на Возрождение сегодня. Спасибо за то, что смотрите нас со всех уголков света. Сегодня у меня в гостях Басам Адрон Али. Не знаю, правильно ли я произнес Адрон Ли. Хорошо, Адрон Ли. Басам, вы снова у нас в студии. В прошлый раз, когда вы были здесь, я спрашивал о том, что вы, как арабский христианин, думаете об Израиле. Кстати, у этого видео больше всего просмотров за этот год. Поэтому я рад, что вы вернулись к нам по многочисленным просьбам. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Газе. Если вы следите за новостями, то имеете некое представление, о чем я говорю. Уже семь месяцев длится этот конфликт между Хамасом и Газой. А за последний год были ликвидированы более 10 туннелей. Ситуация продолжает накаляться, периодически начинается огонь, и кажется, что этому нет ни конца, ни края. И сегодня я хочу узнать у Басама, как у арабского христианина, его взгляд на эту ситуацию, с чего все вообще началось и как он это видит. Думаю, вам это будет очень полезно и интересно. Также прошу вас лайкнуть это видео и поделиться им. Заранее спасибо. Итак, Басам, во-первых, хочу напомнить нашим зрителям, что вы пастор в Иерусалиме, а в арабоязычной общине. Эта ситуация в Газе как-то отражается на арабских христианах из Иерусалима. Да, конечно, они много думают об этой ситуации, потому что каждый день они слышат новости. К сожалению, зачастую эти новости односторонние. Мне кажется, это довольно печально, особенно если говорить о верующих. Если вы хотите по-настоящему служить Богу, то вы не можете принимать чью-то сторону. Бог любит оба народа, и Он хочет, чтобы мы выслушали обе стороны и знали всю картину. Так мы сможем послужить и тем, и другим. Я поддерживаю их обоих. И Бог тоже. Есть причина, по которой оба народа оказались в этой земле. Я думаю, что у Бога есть совершенный план для них обоих. Он также хочет, чтобы мы все время искали Его, чтобы узнать, что у Него на уме по этому вопросу. И только так мы сможем победить. Нам нужно объединиться. Вы свободно говорите на трех языках: арабском, иврите и английском. Видите ли, вы какую-нибудь разницу между местными новостями на арабском, на иврите и на английском языках? Разница существенная, как черное-белое. И меня это очень расстраивает, особенно когда я вижу, как верующие участвуют в марше возвращения, который начался, кажется, в марте этого года. Посылают петиции против Израиля, ну и так далее. Меня это очень раздражает, потому что это однобокий взгляд, а нам нужно смотреть на новости под совершенно другим углом. Я даже написал о том, как я вижу последние 10-13 лет и все происходящее в Газе. Это лишь, конечно, мое личное мнение, но тем не менее каждый человек может и должен выражать его. Но давайте сразу перейдем именно к этому вопросу. А еще я поделился мыслями о том, как мы должны молиться за эту ситуацию, а особенно за газу. Это прекрасно. Кажется, и дня не проходит, чтобы газу не упоминали в новостях. Но в то же время это происходит наплывами. Бывают очень напряженные периоды, а бывает, все это идет на спад. Поделитесь с нами своими наблюдениями за последние 12-13 лет. Ну, как мы знаем, ситуация очень сильно ухудшилась после 2000 -го года. Не велись никакие переговоры, пока в 2005 году Израиль не решил отступить от газа. Это был хороший шаг. Он произошел прямо перед палестинскими выборами 27 января 2006 года. На выборах люди отдали предпочтение Хамасу. И в этот же день палестинцы схватили израильского солдата Гелиада Шалида. А это было плохим началом прекрасной инициативы Израиля. Они ушли из Газа, хотя на то время там был действующий аэропорт. Затем все начало двигаться уже в правильном направлении. Ну или лучше сказать, в хорошем направлении. Итак, после выборов Хамаса мир обвинил Запад, Израиль и власти Палестины в том, что они против демократии. А это ведь неправда? Потому что весь вопрос с газой противоречит соглашению, подписанному в Осло. в этом соглашении, в приложении втором, статья 3, пункт 1, кажется, я не ошибся, сказано так. Выдвижение любых кандидатов, партий или коалиций, Будет отказано, и такое выдвижение или регистрация будут отменены, если такие кандидаты, партии или коалиции, первые, совершают или пропагандируют расизм, или же второе, преследуют реализацию своих целей незаконными и недемократическими средствами. Я процитировал вам это дословно. Ух ты! Как все четко и ясно? Итак, дело не в том, что Запад отверг демократию. Есть соглашение, и Хамас его придерживается. Но после выборов Хамаса и взятия в плен Гелиада Шалида, которого они отказывались отпускать, Израиль начал накладывать санкции. Это еще один момент, который стараются не упоминать в новостях. В новостях не говорят, что санкции есть не только с израильской, но и с палестинской стороны. вы об этом вообще слышали? Нет, я об этом даже и не знал. Это длится уже много лет. 14 июля 2007 года наступил черный день. Хамас сверг палестинское правительство в Газе, и это было настоящее побоище. А за один день были убиты 700 палестинцев. Некоторых из них жестоко сбрасывали с высотных зданий. И все эти годы палестинское правительство возлагало санкции на газу. В последний раз Катер пожертвовал два электрогенератора в газу, чтобы каждый день у них было на два или на три часа больше света, чем было до этого, а раньше а палестинское правительство не давало им попасть в газу. Это тоже важно знать. Все говорят только об Израиле, но это неправда. Правда в том, что любая помощь, которую они получают, в первую очередь используется Хамасом для ведения войны против Израиля, а не для народа. И это факт, а не выдумка. После того, как Хамас сверг Фатха, было это в 2007 году, было еще шесть или семь неудачных попыток. Последняя была 12 октября 2017 года. Говорят, что она была провальной. Когда я говорю «Фатх», то имею в виду палестинские власти. Партию Махмуда Абаза, он председатель правительства Палестины. И в тот же день, когда президент сказал, что будет только одно правительство, одна армия и единые вооруженные силы, глава Хамаса сказал, да будет одна армия и да будут одни вооруженные силы для правительства Палестины, но будет еще одна армия противостояния для войны с Израилем. Тогда я поделился этим видео со словами, ну, как можно говорить, что они в согласии друг с другом? М? Очевидно, что они так и не пришли к согласию. Тут есть, над чем подумать правительство Израиля. Если власти Палестины не могут прийти к согласию с Хамасом, то как это получится у Израиля? Думаю, что Израиль не может и не должен идти на это. Потому что если в правительстве и соседней страны наблюдаются такие разногласия, то это не приведет ни к чему хорошему. Я молюсь о том, чтобы им никогда не пришло это в голову. И они не шли ни на какие соглашения с Хамасом. А можно я перебью вас на секунду? Да, конечно, перебивайте. Несмотря на все идеологические различия между Палестиной и Хамасом, есть ли какая-то разница в их мотивациях? Возможно, Фатх или власти Палестины хотят казаться миру, ну, не такими агрессивными? Но, по-моему, на самом деле мотивы у них одинаковые. А вот как считаете лично вы? Ну, с Хамасом-то все ясно. По определению, это исламская освободительная организация, которая существует, чтобы воевать с Израилем. Они считают, что любая земля, которая была под властью ислама, не может быть передана другой власти. Поэтому для них здесь нет места никакому другому государству, кроме исламского. Но в глобальном смысле они хотят запустить процесс с халифатом. Халифат ⁇ это большое исламское государство, в которое будут входить все арабские страны. Они считают идеи Палестины неактуальными. Когда они победили на выборах, был еще один важный момент, о котором не упоминали. В новостях, по крайней мере, не говорили. Они пошли в здание парламента и повыбивали там окна. Это вполне естественно для этой группы людей. Затем они опустили флаг Палестины и подняли флаг Хамаса. Они бесчинствовали там несколько дней. Это было ужасно. Ого, а когда это было? В 2007 году, 27 января. А потом и в 2016. Они считают Палестину неактуальной. И всегда делают акцент на том, что это исламский, а не палестинский вопрос и с войны с Израилем в 12 и 14 годах, mm. мне стало ясно, что произошли огромные перемены. В 14 году не было никаких идей о Палестине вообще. Mm. Это был в чистом виде исламский джихад против Израиля. Правительство Палестины немного отличается от Хамаса. В правительстве есть много людей и элементов, которые научились сотрудничать, как-то сосуществовать друг с другом. Они тоже не собираются отказываться от Иерусалима, и мы должны это понимать. Они не откажутся от границ 67 года. Они всегда будут требовать этого, но с другой стороны, в правительстве Палестины такая коррупция, что я вообще сомневаюсь, что это когда-то изменится. Я не понимаю, как с такой коррупцией они могут служить народу Палестины. Палестине нужно что-то новое. И когда был избран ХАМАС, многие люди посчитали это проявлением демократии. Я вижу это иначе. Мне кажется, что это похоже на то, будто палестинцы приговорили к смертной казни. И их спрашивают: вы выбираете расстрел или повешение? Ну, давайте выберем расстрел. Вот на что похож их выбор ХАМАСа. Их мечты очень далеки от того, что предлагает любой из этих вариантов. А во время последнего марша Марша возвращения я имею в виду. Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые моменты. Люди и даже некоторые арабские верующие, к сожалению, обвиняют Израиль в насилии, включая весьма такие вопиющие случаи. Пока Турция бомбила Курдистан, на той неделе погибло 140 женщин и детей а Израиль обвинили в этнической чистке. Но все это неправда. Потому что, согласно Министерству внутренних дел Израиля, в стране проживает около 380 тысяч беженцев из Эритреи и Судана. Никто из них не был расстрелян. И когда Израиль хотел депортировать их, весь народ восстал против этой идеи. Примерно три месяца назад они депортировали 4 тысячи добровольно, и каждому вручили по три с половиной тысячи долларов. Почему же этих людей они не расстреляли, а решили расстрелять людей Хамаса, которые пытались проникнуть из газа? Мы все знаем, Почему эти люди хотели попасть в Израиль и что они хотели там делать? Они убивают евреев, вешают их и будет еще хуже, если они проникнут. Так давайте предположим, что 40 тысяч, которые пытались попасть в страну, все-таки вошли. И давайте предположим так что Хамас учил это поколение любить евреев. Давайте также предположим, что всего 10% решили отойти от учения о добре и любви, которые они получили от Хамаса и решили убивать евреев. Согласно статистике, 70% из них будут застрелены на смерть, То есть будут убиты примерно 3000 палестинцев и сотни евреев, Государство Израиль нужно защитить свой народ, а также и палестинцев от еще худших последствий. Поэтому я абсолютно против всех этих критиков, которые говорят напрасленно. Они, безусловно, наводят напраслину на евреев, на все государство. Потому что сейчас мы увидели с вами статистику и цифры, а, давайте представим другой сценарий. Вы со своей семьей границы с газой, и кому-то из бандитов удалось пройти через тоннель. Они выходят и видят вас и вашу семью. Если вы заговорите с ними на арабском, думаете, это заставит их оставить вас в покое и искать евреев? Вы гражданин Израиля, но являетесь ли вы их мишенью? Все возможно. Было очень много случаев, когда они убивали не только евреев. Поэтому все возможно. Они ведь дикари, по сути. И мы все одинаковые. Мне одинаково больно, когда я вижу потери вообще с любой стороны. Ясно? Давайте перейдем к последнему вопросу. Нас сейчас смотрят люди со всего мира, но большинство из них это верующие. Они хотят молиться и ходатайствовать за наступление царства Божьего на Востоке, среди палестинцев и евреев. Расскажите, как правильно молиться в этой ситуации. Но, во-первых, я думаю, что Израилю не стоит подписывать никаких соглашений с ХАМАСом, потому что это соглашение будет очень коротким и бесполезным. Во-вторых, я хотел бы сказать кое-что важное и о беженцах также. Я часто говорю на эту тему и выпустил уже много видео. Я называю эту тему самой недооцененной. За последние 17 лет. Никто не занимается оценкой этой ситуации с беженцами. А эти видео вообще на английском? Нет, нет, они на арабском. Я обращаюсь к народу с очень непростыми вопросами. Итак, у нас есть 5 миллионов беженцев в Сирии, Ливане и Иордании. Многие из них живут в ужасной дискриминации. Конечно же, вы знаете, что в Сирии палестинцев убивают. Хотя об этом почти не говорят. Все они живут за счет благотворительности. Если бы этих людей вернули на западный берег, что бы с ними было? У них нет денег. И у них нет нормального образования. У них нет ничего. Сейчас на западном берегу безработица составляет 29%. А минимальная зарплата 1495 шекелей. Это меньше 400 долларов. Итак, если туда отправиться еще 5 миллионов, что будет с людьми? Это будет настоящая катастрофа. Это может стать началом гражданской войны. Людей будут убивать за 5 шекелей. К сожалению правительство Палестины не занимается оценкой и анализом этой ситуации. А с другой стороны, 40 тысяч палестинцев в Рамале имеют американские паспорта, 40 тысяч жителей Рамалы имеют американское гражданство. В их руках основная часть бизнеса в том городе. Итак, что будет более полезным, разрешить тем людям искать убежище, получить образование, вернуться с другим мышлением, или же иметь беженцев. Но над этим никто не задумывается. И когда президент Трамп решил урезать их помощь палестинским беженцам, ну, конечно же, я не верю в то, что он сделал это ради палестинцев. Скорее всего, у него были другие причины, которые более выгодны Америке. Но я думаю, что сейчас жителям газа очень сложно. Но в итоге это приведет к чему-то хорошему. Бог знал, что это должно прекратиться. Это как проклятие. Статус беженца уже передается по наследству. Такого никогда и нигде еще не было. Поэтому я считаю, что нам нужно молиться о том, чтобы палестинцы получили свободу от такого мышления, от менталитета беженцев. Это настоящее проклятие. Я вижу его во всем арабском мире. Они все хотят эмигрировать. Интересно, что имя Агарь означает «эмигрировать». Агарь — это служанка Сары, жены Авраама. Нужно молиться, чтобы Господь освободил нас от этого проклятия. Я вижу в этом руку Божию. Также важно молиться о спасении людей. Если честно, то я не вижу никакого политического решения. И мне сложно представить, что из современной власти в Палестине может получиться хоть что-то хорошее. Но Бог может нас удивить, и это вне сомнений. Аминь. Басам, большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Я понимаю, что есть еще много тем, которые мы с вами можем обсуждать. Друзья, хочу снова обратиться к вам. Не забудьте поделиться этим видео. А еще я прошу вас молиться не только за ситуацию в Газе, но и за пастора Баса, моего жену и их общину. Бог дает ему все больше и больше возможностей проповедовать арабскому народу. Бог использует соцсети для распространения того, о чем он говорит чтобы эта информация проникала в сердца, разбивала оковы и приносила истину и свет. Мы очень благодарны вам. Спасибо за ваши молитвы. Молитесь также за израильских солдат, стоящих на границе Газа. Это очень сложное и напряженное место. Нам очень нужно Божие вмешательство и Его решение для всех этих ситуаций. Мы любим и благословляем вас.